Оставил баню без присмотра и вскоре остался без всего. Крупный пожар произошел на улице Борисковская. Там в считанные минуты загорелась баня, а после и одноэтажный дом. Пламя начало распространяться и на соседские строения. Чем все закончилось, расскажет Альбина Минибаева. По рассказам очевидцев, огонь разгорелся с такой силой, что к приезду пожарных полыхали и дом, и баня. Несмотря на то, что пострадали соседние сараи, прибывшие на место спасателя не допустили перекидывания огня на ближайшие дома. Зять приехал кое-что забрать в сарае. И кричит: «Теща, горим!» Я вышла, а тут вот. Его спросили хозяин, он сказал, что... У меня, говорит, загорелся в бане, пока я ходил за водой. Он все время там что-то жег. Как заявили соседи, огонь разгорелся в бане. Хозяин ее затопил и оставил без присмотра. Ушел в магазин. Когда вернулся, топить было уже больше нечего. Магазин идет, уже пожар. Вон, видишь, вещи лежат. Стал ведрами поливать ее. А что тут ведрами? Пожаров 100 лет не было. Приехали на 101-й, когда уже полдома свалилось. Просто вот подошли, да и все, вот смотрим, чем помочь, как помочь. Пойду хоть щи наварю, чтобы накормить хозяина. Он должен что-то поесть. В момент возгорания в доме уже никого не было, а потому никто не пострадал. Спасателям удалось ликвидировать открытое горение спустя час с момента вызова. Позже на место приехала и супруга хозяина. Она рассказала, что причиной могла стать неисправная печка. Сейчас эту версию предстоит проверить пожарным дознавателям. Альбина Минибаева, Айрат Назипов, Адель Мулахметов. Вызов 112.